Всем привет, с вами снова Александр, и меня очень много людей просило, особенно в Инстаграме, снять обзор на новиночку от компании Annex на модельку L-Type. Эту коляску мы только получили в магазине «Первая коляска», буквально сегодня она пришла первый раз, соответственно, раньше сделать обзор у меня не получалось, соответственно, как получили, сразу делаю для вас обзор. И вы знаете, это нетипичная коляска для Annex, потому что у Annex больше к классическим коляскам подход, что ли, их тяготит, потому что у них все такое крупное, с амортизацией такое все большое, а здесь уже больше к немцам. Видимо, они, когда инженеры проектировали, смотрели на бренд Oyster, на Cybox, на Moon. И у этих брендов все самое интересное взяли при проектировке этой модели. И на самом деле, не зря, мне кажется, такой получился винегрет очень классных характеристик. Давайте в двух словах, кстати, я вам их зачитаю, потому что характеристики тут впечатляют. Так, помимо функционала, я имею в виду, она весит с люлькой 11,8 кг, с сиденьем 11 кг, прогулочный блок до 175 градусов наклоняется, это очень круто, ширина шасси 59 сантиметров, то бишь вы абсолютно в любой лифт войдете, с этим проблем не будет, и максимальный вес ребенка, прогулочный блок выдерживает 22 килограмма. Это реально круто. Это характеристики таких топовых колясок. Соответственно, давайте уже наконец будем изучать. Обо всем поподробнее вам расскажу. Комплектацию 2 в 1 будем рассматривать. Начнем с люльки, естественно. Вот такая вот люлечка. Оцените сразу дизайн. Разве это Annex? Ну, как по мне, это не Annex. Это какой-нибудь Cybox, тот же Moon, Oyster. Ну, что-то вот туда. Ну, это хорошо, потому что те бренды, о которых я говорю, они очень крутые, очень хорошо продаются, народ их очень любит. И не зря. Соответственно, дизайн тут получился такой, четкий. Соответственно, люлечка у нас действительно большая, она глубокая, широкая, длинная, точные характеристики. В миллиметрах, сантиметрах будут по ссылке на магазин «Первая коляска». Внизу ссылочка в описании. Пройдите там, изучите. Кстати, вот эту секцию дополнительно открываем. Все, смотрите, козырек получается огромный. Чуть нажали, зафиксировали. В общем, прикольно. Козырек можно здесь прям сделать большим. И благодаря вот этой вот перекладинке наклоняем, и ребенок зимой будет очень хорошо закрыт. Летом же здесь можно вот эту часть поднять. Здесь у нас москитная сеточка, все проветрить. Все отлично. Кстати, еще что мне понравилось, здесь это тоже я у одного бренда видел. Сейчас, секунду, да. На самом деле эта опция есть, ну, у многих брендов, но последний раз я это видел в коляске Priam 3. И это реально прикольная штука. Вот так вот опускаем. Здесь у нас ребеночек на животе лежит и спокойно себе поглядывает. Если жарко, можно, например, летом таким образом дополнительно проветривать. По-моему, прикольная штука. Вот так вот все это на замочке обратно закрывается. Очень плотно, внахлёст, поэтому ничего не дует. За это переживать, в принципе, вообще не стоит. Кто мог подумать, что это будет как-то ребенку поддувать. Нет, здесь в этом плане они молодцы, продумали все хорошо. Соответственно, давайте заглянем в люлечку внутрь. Кстати, из того, что мне не очень нравится, здесь вот этот вот бортик, он здесь на кнопочках. Я не люблю кнопочки, липучки еще хуже, конечно, но магнитик, мне кажется, самый хороший вариант. Соответственно, накидка у нас здесь на замочке. Давайте загляните внутрь. Люлька действительно большая. Сейчас, секундочку. Вот, люлька большая, с хорошим мягким матрасиком, хорошей качественной обивкой. Все, в общем, зачетно сделано. В общем, к люльке у вас вопросов в этом Аннексе не будет. Соответственно, ладно, люльку рассмотрели, убираем ее. Здесь, кстати, есть также ножички, чтобы могли ставить на землю и не пачкать люльку. Все окей. Раму чуть позже изучим. Давайте я поставлю сразу же прогулочный блок.
Вот эта часть подножки мне тоже кого-то из немцев напоминает, кстати. Так, вот он, сам блок. Он, естественно, реверсивный. По пространству в блоке давайте посмотрим. Здесь у нас получается очень высокая спинка, хорошее сиденье, подножечка. Подножечка, здесь сеточка снизу. Такой, здесь вот прорезиненный материал, чтобы легко было чистить. Также, что касается безопасности, пятиточные ремни, мягкие накладки на паховой, на плечевой зоне, бампер, бампер ВК-кожа с хорошей прострочкой. Бампер можно как калиточка, видите, откинули, ребенка посадили. Козырек, давайте посмотрим на козырек. Вот он, видно козырек. Соответственно, я сейчас здесь раскрыл дополнительную секцию, и вы видите его максимальный размер. Вот что мы получаем. Так, наклоняем. 175 градусов от тех, которые я вам говорил. Получается, вот так вот вам видно хорошо. Соответственно, вот блок вполне себе неплохой. Так, давайте теперь посмотрим, как эту колясочку можно сложить. А сложить ее можно прямо вместе с блоком. Единственное, вместе с блоком ее можно сложить, если блок у нас против хода движения стоит. И вот так вот опускаем. Здесь вот кнопочки нажимаем. Все. Тоже кого-то из немцев мне это напоминает. Но это большой плюс аннекса, что они сделали вот так. Чтобы не убирать вот второй блок, не пойми куда, еще одна деталь, элемент, это все такое, знаете. Когда это все вместе, это намного-намного удобнее. Так, раскладываем. Вот так вот. Так, что касается ручки. Ручка, естественно, тоже ВК-кожи. Здесь вообще никаких вопросов нет. У нас высота регулируется. У меня 186 рост. Диапазон здесь у ручки большой. И мне лично и так удобно. В общем, под любой рост, в принципе, можно себе здесь высоту ручки настроить. Соответственно, давайте разберемся у нас с шасси. Я вам разверну, чтобы вам было лучше видно все это дело. Так, что касается амортизации, давайте посмотрим, есть ли она тут. Спереди есть. Колеса, естественно, блокируются для плохих дорог, это без этого никуда. Сзади амортизация тоже есть, видите, да, ход большой. Но это уже не то, что было, то, что есть в других моделях Annex, E-Type, M-Type. Там амортизация ощутимо мягче сделана, потому что вот у них так всегда и было. А вот в этой модели они уже сделали ее более упругой, подзажатой. Вот. Ну, в общем, как и все остальные, в принципе, европейцы делают, так они ее и сделали. Соответственно, что касается тормоза. Тормоз у нас одна педаль. И снимаем с тормоза и ставим на тормоз. Это тоже... Я у кого-то вот именно в этом месте вот такое видел. Соответственно, конструкция багажника тоже подглядели у тоже одного хорошего немецкого бренда. Соответственно, вот так это у нас все реализовано. Не нужен, сложили, хотя он и даже когда вот так сложен, багажник достаточно вместительный. Но хотите что-то накидать, открываем, и у вас там просто вагон места. Дно тоже с жесткими прослойками, поэтому провисать особо не будет. В общем, с багажником все окей. Колеса здесь, кстати, не надувные, полиуретановые. Так, собственно, что еще интересного, то что в комплекте идет и москитная сетка, и дождевик на прогулку и на люльку. Поэтому докупать особо вам ничего и не понадобится. Вот, комплектация достаточная. Соответственно, что я могу сказать? Как я уже сказал, колясочка получилась таким интересным вариантом, которая выбрала себе все лучшее с
лучших на рынке колясок, по большому счету. И это они сделали не зря, потому что вот у одного бренда нравится это, у другого бренда нравится то, у третьего вот это. А они взяли тык-тык-тык-тык-тык и все засунули в одну коляску. И получилась практически идеальная коляска. И причем сейчас времена тяжелые, и курс доллара какой-то ненормальный. Вот, но на сегодняшний день... Дату выпуска ролика не забываем смотреть, чтобы вы актуальную цену видели. Она сейчас стоит 45 с копейками тысяч рублей. Ссылка в описании на магазин «Первая коляска». Там пройдете и на тот момент, когда вы будете смотреть обзор, увидите актуальную цену. Вот. Но сейчас она стоит чуть дешевле себе подобных конкурентов, на кого она больше всего похожа. Причем ощутимо дешевле них. И цена-качество предложений сейчас у «Анекса» прям реально крутое получилось. Ну, а, собственно, про Анекс наверняка, если уже что-то коляски обзоры смотрели, уже знаете, бренд достаточно хороший, известный, популярный, модный. Вот. Поэтому выбор, естественно, как всегда, за вами. Если вам был обзор полезен, интересен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. И если этого еще не сделали, и Фёрстбаги, большое спасибо за предоставленную коляску на обзор. И всего вам доброго. До свидания.